Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, и я продолжаю вас знакомить с новыми возможностями для инвестирования, а именно с новыми структурными продуктами защиты капитала, которые становятся доступными в июне месяце. Я уже говорил, что структурные продукты – это такая обалденная вещь для инвесторов, которая позволяет, с одной стороны, получать прибыль в случае роста акций, а мы знаем, что акции могут расти, ну, намного быстрее, чем любые банковские депозиты и так далее. Вот. Но при этом все люди боятся, что будут падения акций. Так вот, структурные продукты защиты капитала обеспечивают защиту ваших средств. Это для тех, кто хочет заработать и не хочет потерять. Вот. Потому что в случае падения акций капитал защищен на 100%, то есть вы остаетесь с теми деньгами в рублях, которые у вас и были, структурные продукты защиты капитала. Ну и, соответственно, если мы хотим выбрать акции, но мы не знаем, какие акции, то за нас, в общем-то, подобрали наиболее перспективные акции как раз вот аналитики, и которые включили это в структурный продукт. Итак, что это за структурные продукты? Четыре продукта. Сейчас будет обзор по всем четырем. Первый продукт – это акции. Сейчас скажу, какие. Акции Sina Corporation. Что такое Sina Corporation? Это компания китайская, которая, ну, телекоммуникационная, которая, вы знаете, что в Китае там запретили всякие твиттеры, фейсбуки и так далее. И китайцы используют вот эту компанию для того, чтобы для коммуникации между китайцами во всем мире. Китайцев очень-очень много в мире, во всем мире. Куда вы ни поедете, вы всюду наткнетесь на китайцев, поверьте мне. Вот, я поездил, я видел. Вот, итак, базовый актив акции Sina Corporation, валюта рубли, биржа, на которой торгуются эти акции, NASDAQ. Но вы знаете, что это американская биржа, на которой торгуются акции технологических компаний. Дата исполнения 20.01.2020 года, то есть сейчас у нас 18-й год, 19-й год и 20 января 2020 года, то есть, ну, на полтора года, грубо говоря. Порог входа, минимальная сумма 250 тысяч рублей. Это не совсем для бедных, конечно, но и не для не очень богатых. То есть 250 тысяч рублей вполне разумная сумма. Пороговая цена 1, текущая цена, пороговая цена, текущая цена 2, текущая цена плюс 40. Что это значит? Это значит, что если акции вырастут в цене более чем на 40%, то, в общем-то, то есть только вот он вырос до плюс 40, и все, собственно говоря. Теперь, целевая доходность. Смотрите, мы можем выбрать один из трех вариантов целевую доходность. Целевая доходность 11,5% годовых, 12,2% годовых и 14,5% годовых. Это та целевая доходность, которую мы хотим получить. Чем мы за это платим? А платим следующим. Если мы выбираем маленькую доходность, то у нас будет 100% защита капитала. То есть в случае падения акций мы не получили 11%, а акции наоборот свалились. Мы наши деньги сохранили на 100%. Если мы выбрали 12,2%, но при этом, значит, при этом в случае падения мы 1% от своего депозита потеряем. Вот. И, соответственно, если мы согласны в худшем случае потерять до 5% на момент закрытия этой ноты структурного продукта 20 января 2020 года, если мы согласны потерять 5%, то целевая доходность, на которую мы можем рассчитывать, это 14,5% годовых. Это оценочная стоимость. Вот, и, соответственно, коэффициент участия в росте акций 50%. Это минимальная, доходность.
55% при средней доходности и 75% коэффициент участия при средней доходности. Что это значит? Это значит, что если акции растут, то мы получаем 50% от роста, но зато у нас 100% защита капитала. Если акции растут, то мы получаем 55% от роста, но у нас 99% защита капитала. Вот. И, соответственно, здесь акции пошли в рост, мы получаем 75% от роста. Вот, но если акции упали, то мы потеряли не больше, чем 5%. Думайте. Вот. В чем заключается инвестиционная идея? Sina Corporation – крупнейшая китайская компания, зарабатывающая на связях китайских этносов как внутри Китая, так и по всему миру. Я уже сказал, что китайцев больше половины населения, наверное, всего мира. Их очень много всюду. Вот. И они общаются, естественно, между собой на своих иероглифах. Вот для них это и есть. Компания была основана в 1999 году и изначально развивала сеть порталов SinaNet, SinaOnline, также развивала портал мобильной связи Sina Mobile. В 2000 году компания стала первой компанией из Поднебесной, то есть из Китая, с листингом на NASDAQ. И официально транслировала на сайте Олимпийские игры в Сиднее. В 2009 году компания Sina воспользовалась запретом китайских властей на сервисы Twitter, Facebook, Plark и удачно создала свой сервис микроблогов Sina Weibo. Сервер совмещал функции Twitter и Facebook и сразу начал стремительно набирать популярность в Китае. Ну и здесь как бы выкладки, EBITDA, выручка, чистая прибыль, чистый долг и так далее. Но в настоящее время сервис Sina Weibo стал основным для компании, начал активную монетизацию, и Sina Corporation входит на темпы роста своих конкурентов из Tencent и Baidu. Это ведущие китайские компании в этой области. Поисковики типа нашего Яндекса и Tencent. А там все в Tencent. В мае 2017 года ежемесячная аудитория Sina Weibo превысила 340 миллионов пользователей, обогнав американский Twitter. Крупнее Твиттера стали. При этом, в отличие от хронически убыточного Твиттера, китайский сервис стабильно показывает прибыль. По итогам 2017 года темпы роста выручки ускорились до плюс 61,2% в год. А успешная монетизация Sina Weibo приводит к взлету прибыли на акцию компании. Ожидается, что в ближайшие годы EPS продолжит свой быстрый рост. Рост выручки и прибыли способствует быстрому накоплению денежных средств. Сейчас у компании 5,8 миллиардов долларов активов, из которых 2 миллиарда в высоколиквидных активах. А чистый долг компании глубоко отрицательный. Нет долга. То есть им должны. Недавняя распродажа китайского рынка создает возможности. Вот, значит, ну, дальше принципы работы, как обычно. Есть доходная часть, есть защитная часть. И, соответственно, большая часть вкладывается. Вот доход, смотрите. Вот красной пунктирной линией акции. Если акции растут, то мы получаем процент в соответствии с своим коэффициентом участия в акциях. И, соответственно, продукт. Продукт ограничен 40%, видите, да? Вот стоимость, то есть все дальше перестает расти. Если акции падают, то синенькой линией написан наш актив. То есть он не падает, потому что он защищен чем? Облигациями. Вот, которые дают, ну, 100% защиту капитала. Вот, следующий продукт. Такое. Это акции, ну, или доли в ETF. То есть, это фонд, который отслеживает акции крупнейших европейских компаний, 50 крупнейших европейских компаний, и идет за ними. Биржа New York Stock Exchange, то же самое, срок действия такой же, 250 тысяч. Целевая доходность 11%, 14% и 15,45%. Защита капитала при 11% 100%, 99% при 14% и 98% при 15,45%. То есть, смотрите, максимум, что вы можете потерять вот здесь 2% от своих денег.
Но при этом 100% коэффициент участия, и вы заработаете 15,45% годовых. Здесь я думаю, что самый агрессивный вариант можно брать, потому что ну, защита достаточно высокая. В чем заключается идея? После выхода в 1999 году единого евро экономика ЕС росла опережающими темпами вплоть до кризиса 2008 года. Ну, кризис, в общем сказать, там чрезмерные заимствования, ПИКС, вот, и так далее. И в 2015 году экономика ЕС вновь догнала американскую по темпам роста ВВП. А по отношению капитализации фондового рынка к ВВП, европейские акции до сих пор торгуются с дисконтом в 30-50%. При том, что капитализация рынка США на 40% превышает ВВП. Что это значит? Это значит, что ожидается хороший рост акций европейских компаний. В декабре 2016 года ЕЦБ впервые заявил о начале сворачивания программы количественного смягчения, что привело к началу процесса смены ожиданий по долгосрочным ставкам и запуску бычьего тренда в паре евро-USD. Эти процессы также привели к началу бычьего тренда и в европейских акциях. Вот. Ну, соответственно, в последний год индекс показывает уверенный рост. Индекс Евростокс 600, то есть индекс 600 крупнейших европейских компаний. И данная тенденция может продолжаться и дальше в течение нескольких лет. Ожидается, что будет рост. Соответственно, дальше выкладки есть, принцип работы и так далее. Следующее. Структурный продукт. То есть, смотрите, первый структурный продукт – акции Sina Corporation, крупнейший мессенджер китайский, грубо говоря. Второй – 50 крупнейших европейских компаний. Третий – структурный продукт защиты капитала. Та-да-да-данс! Черное золото! Вы знаете, нефть выросла в цене, тра-та-та. Что это такое? А это тоже фонд, который объединяет у себя акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний. Energy Select Sector SPDR Fund. Вот, значит, валюта рубли, валюта как бы инструмента, торгуется, базовый актив тоже на New York Stock Exchange, на Нью-Йоркской фондовой бирже. А, Нью-Йорк, там был NASDAQ, здесь New York Stock Exchange, ну, в Нью-Йорке на бирже. Вот, не на технологический, не на NASDAQ, а на New York Stock Exchange. Дата исполнения та же самая, порог входа та же самая. Текущая цена, пороговая цена 1. Заметьте, что и в предыдущей ноте, и в этой нет пороговой цены 2. То есть нет ограничений на рост. Вот. Целевая доходность 11, 11,5 и 15% целевая доходность. Но защита капитала при минимальной 100%, дальше 98% и 95%. То есть в самом агрессивном варианте предполагается, что, ну, черт его знает, что может случиться, я сразу предупреждаю о рисках, до 5% от своего депозита. Вот, ну и, соответственно, коэффициент участия 60%, 70% и 100%. Здесь, я думаю, наиболее оптимальный вариант, вот средний, то есть 2% мы рискуем, но... А, даже не надо рисковать, лучше 11, то есть ради полпроцента, в общем, можно не рисковать. Вот, 11% целевая доходность и коэффициент участия 60%. Защита капитала 100%. Я думаю, что это лучший вариант будет. Следующее. Следующий структурный продукт, который предлагается, последний, это опять Китай. Территория роста. Получение прироста капитала за счет роста цены ETF iShares China Large Cap. Вот, что такое?
Опять же, ETF – это паевой инвестиционный фонд, который объединяет в себе акции крупнейших iShares, это значит, соответственно, технологических компаний. Ну, вы знаете, что в Китае сейчас очень активно развиваются всякие технологические, там, Huawei, Honor, все берут, Xiaomi, вот эти телефоны, это все туда входит. Вот, соответственно, то есть, и все это входит в этот ETF. То есть, фонд есть большой, который покупает акции в определенной пропорции, вот, из лучших компаний коммуникационных, которые на этом рынке работают, значит, в определенной пропорции, и говорит, что вот это как бы производные, и акции этого фонда торгуются где? Там же, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Не на NASDAQ, на New York Stock Exchange, видим, да? Вот. Те же самые условия, значит, 20.01.2020, 250 тысяч рублей порог входа, текущая цена. Смотрите, пороговая цена, текущая цена, ограничений на рост нет. Целевая доходность. То есть предполагается, что доходность будет вот именно такой. 12,5%, 14,2%, либо 15,7%. Что? Годовых. Вот. И, соответственно, значит, защита капитала, опять же, при минимальной доходности 100%. 98% при высшей доходности и 15,7%, но вы рискуете потерять 5% от капитала. Но при этом, смотрите, коэффициент участия 65%, 85% и 110%. Что такое 110%? 110% это значит, что если акции растут, то ваш депозит растет быстрее даже, чем акции. Вот такие условия интересные. Ну, потому что это финансы, батенька, потому что там используются опционы, и вот они так должны вырасти. Это достаточно ожидаемо. Это Китай. Это Китай. Триггеры роста. С 2009 года китайцы власти контролируемо замедляли экономику, используя крайне жесткую денежно-кредитную политику, при которой нормы резервирования для банков превышали драконовские 20%. При этом одновременно происходил сдвиг структуры экономики с инвестиционной экспортно-ориентированной в пользу потребительской, что сопровождалось повышенным давлением на финансовом рынке Китая. Усилия увенчались успехом, и сейчас структура китайской экономики уже сильно отличается от той, что была в 2008 году. За 10 лет они все поменяли у себя. Китайцы стали жить лучше. В 2015 году НБК, это Национальный банк Китая, наконец начал смягчать свою денежно-кредитную политику. Экономика вышла на плато стабилизации. А в последние годы мы уже наблюдаем здесь начало медленного U-образного ускорения. При этом все крупнейшие мировые институты в настоящее время ожидают сохранения высоких темпов роста экономики Китая в ближайшие годы и закрепления за ней статуса крупнейшей в мире по паритету покупательной способности. То есть Китай становится ведущей экономической державой мира. Летом 2017 года ведущий мировой провайдер инвестиционных индексов MSCI наконец принял решение о включении китайских внутренних акций класса А в свои индексы развивающихся стран в ближайший год. А в ноябре-декабре связанный с этим массивный отток капитала из Китая прекратился, и резервы стабилизировались. Юань снова начал укрепляться. Ну и, соответственно, все перспективы очень хорошие. Китайская экономика ускоряется в росте. МВФ ожидает продолжения роста ВВП Китая. Ну, посмотрите, вот красные линии, вот здесь Китай. Ожидается, что он обгоняет и США, и Объединенную Европу, которые идут просто в унисон. Понимаете, да? Инфляция в Китае небольшая. Уровень безработицы оптимальный, 4%. Ну и так далее. В общем, экономические показатели Китая очень-очень хорошие. Итак, давайте сейчас переключимся на обзорную табличку в Excel. И давайте посмотрим на нее.
Итак, значит, Sina Corporation – это китайская крупнейшая телекоммуникационная компания. Одна торгуется на NASDAQ. Так, здесь у меня ошибочка. Это New York Stock Exchange. New York Stock Exchange. И здесь тоже New York Stock Exchange. Вот, соответственно, вот эти презентации, если вас заинтересует, я готов вам предоставить. Я думаю, что даже в описании к этому видео я постараюсь их ссылочки как-то оставить. Вот, как открыть такую структурную ноту? Смотрите, еще раз. 11,5% – это в самом худшем случае, самом консервативном. 11% доходность, 11%, 12,5% доходность. Самое агрессивное – 15,7%, 15%, 15,45%, 14,5% доходность. Понимаете? Сравните с доходностью, которую вы получаете в Сбербанке. 5-6% на депозите. Здесь такой же депозит, доходность, но минимум в 2 раза выше доходность. 100% защита капитала. Или не 100% защита капитала, но доходность на порядок выше. Минимальная сумма 250 тысяч. Деньги морозятся. Но они в хороших руках. 100% защита капитала. Как открыть структурную ноту? Ну, как всегда, обратиться ко мне. Вот сейчас вы видите мой e-mail, как всегда. И пишите. Говорите, что я хочу открыть такую структурную ноту. Для того, чтобы открыть такую структурную ноту, потребуется для начала открыть брокерский счет. Данные структурные ноты предлагаются брокерским домом открытия, поэтому открыть брокерский счет в открытии я вам с этим помогу. И помогу дальше открыть вот такую структурную ноту. Вы положили туда деньги на длительный срок под хороший процент, с хорошей защитой капитала. И не беспокойтесь, у вас все хорошо. Обращайтесь, пожалуйста. И, ну, мне кажется, это очень хорошее, ну, в районе 12% годовых инвестиций. То есть, ну, вложили 1 миллион рублей, получили 120 тысяч. То есть, это, ну, скажем, квартира стоит там, если 2 миллиона рублей квартира, то, соответственно, 20 тысяч рублей, как бы вы ее сдаете, но с геморроем. Здесь никакого геморроя, получаете те же самые деньги. Подумайте. Очень хороший вариант. Никакого риска. Звоните, обращайтесь. До встречи. С вами был Демятков Юрий.